Задали мне тут вопросик по обратным молоткам. Ну вот все, что у меня есть. Начнем с того, что вот он экземпляр первый. Это простейший обратный молоток. Вот он второй экземпляр. Это уже чуть посерьезнее. Сюда можно разные насадочки, вплоть до того, что куски металла раньше приваривались полуавтоматом, проделывалась дырочка, вставлялась и работалась вот этим вот. Кстати, гирька интересная ко мне попалась. Вот. Она, это гимнастическая гиря была, полупудовая. Здесь еще одного шарика не хватает. 1812 года. Гантелька была. Вот с нее сделан был вот этот обратный молоточек. Так что это исторический инструмент. Это понятная вещь. Пришла от Споттера. Вот это тоже от Споттера обратный молоток. Ну а вот это то, что связано с беспокраской. Это чисто китайский. Вот небольшого веса обратный молоточек. Ну, как бы он работает. Вот этот молоток, вернее, вот этот крайний, я сделал из того, что было под рукой, только вот это окончание заказывал у токаря. Вот. Все элементарное. Как видно, болты, гайки из того, что под рукой было, попалось. Был сделан вот такой обратный молоток. Следующий вариант. Это тоже самодельный. Как бы в противовес вот этому маленькому китаёзовскому. Почему? Потому что иногда нужно усилия побольше на отрыв делать. И был сделан вот такой уже выточенный токарем. То есть уже как бы заводской, можно сказать. Ну, скажем так, handmade. Учтены нюансы, чтобы защита была для рук, чтобы их грузиком не било. Обычно в этих местах можно было защемиться. Вот. И вот такой вот в качестве инерционного груза был сделан кусочек железки. Но пользуюсь я, когда надо, по максимуму одеваю вот такой вот от Споттера. Вот здесь ему место, на вот этом молоточке с граблями. То есть по весу получается, что у нас вот самый маленький вес, дальше вес побольше вот такой можно одевать, ну вот этот, и самый тяжелый, как бы, ну скажем так, по усилиям где-то 600 грамм, 800 грамм, кило 200 и где-то 2 килограмма. Так, ну, это моя такая классификация. Вот что касается обзора обратных молотков, которыми я пользуюсь. Вот, я думаю, ответил на вопрос Сереги из Самары. Так что привет тебе, Серега. Вот можно их покупать, а можно и из элементарных железяк, которые валяются в любом гараже, сделать инструмент. И вот так плавно-плавно накопилось, и получился достаточно большой ассортимент. Всем удачи, пока-пока, счастливо. Ставьте лайки, задавайте вопросы и так далее. Всем удачи!